Привет, с вами Вова Кэс. Дэрил сделал предложение Алене Вену. Гусейн Гасанов хочет помочь нищим в Африке. Инстасамка не выдержала хейта под клипом с Русланом Туженцовым. Как Оля Бузова помогла Кате Адушкиной. И поцелуй Саши Кэт с девушкой. Ребят, давайте на этот раз соберем 2000 лайков и 2000 дизлайков. Погнали! Недавно Гусейн Гасанов опять поспорил с другом на автомобиль. Кадиллак его и крузак мой. Давай, окей? Давай. Кадиллак и крузак. Нормально, нормально. Все честно, да. Если я выиграю, я заберу. Да. Ты выиграешь, ты заберешь. Спор Гусейн выиграл и забрал Кадиллак Дината стоимостью 5 миллионов рублей. Вы первые! В итоге блогер решил эти деньги потратить на нищих в Африке. Вот я выиграл машину. Сколько она стоит? 5 миллионов. Давай лучше мы на эти деньги полетим в Африку и поможем нуждающимся семьям. Некоторые считают, что в России полно тех, кому нужна помощь, и нечего помогать людям из других стран. В России мы это делаем. Всегда хотел полететь в Африку и сделать это там. А как вам идея Гасанова? Саша Кэт выступила в поддержку ЛГБТ. По ее мнению, ориентация не должна делиться на традиционную и нетрадиционную. И не должно быть осуждения людей за их выбор. Свой пост Саша дополнила целующимися парами. Сама она в ролике целуется с девушкой. В комментариях, конечно же, много шума. Одни пишут, что этим роликом Саша прежде всего призналась в своей нетрадиционной ориентации. Другие считают, что это пропаганда ЛГБТ. Ну а третьи полностью на стороне блогерши. Очень интересно узнать, а вы какого мнения? Поддерживаете Сашу? Инстасамка не выдержала хейта под совместным клипом с Русланом Туженцовым. Напомню, что там уже более 140 тысяч дизов. Если вкратце, то всех недовольных она послала нахуй. Идите нахуй вообще, кто клип обосрал, серьезно. Кому что-то не нравится, целуйте нас с Русиком в задницу, реально. Говорит, что остальным блогерам зашквары прощают, а ее не могут оставить в покое. Соболев Николай, такую хуйню творит на всю страну, вы его, блядь, не трогаете. Я просто где-то пропи***лась в один момент. Ну и ничего страшного. Также Даша наехала на Милену Чижову, которая ранее выпустила на нее дисс. Самка говорит, что скоро ее ждет разъеб от Руслана. Милена, готовь свою очко, Русик тебе скоро его расшатает. Скоро на его канале будет разъеб на твой альбом, понятно? Милена пишет, что Даша начала снова борзеть только потому, что получила поддержку от Руслана Туженцова. Более того, ее также поддержал ДК. Что скажете, Даша ведет себя как быдло или хейт в ее сторону действительно затянулся? Катя Адушкина встретилась с Олей Бузовой. Привет, моя девочка. Маленькая моя. Оля помогла разобраться Кате в проблемах, связанных с плотным графиком. Как такое вообще возможно? Оля Бузова сидит передо мной, пьет чай и разговаривает со мной о моих проблемах. Если это твои друзья, то они принимают твой выбор. И они должны понимать твой график. Как известно, Бузова тот еще трудоголик. И для Кати она как некий эталон. Оля, наверное, долгое время достаточно является для меня даже каким-то примером. Адушкина очень вдохновилась этой встречей. Что скажете, Бузова и Адушкина похожи? Дэрил сделал предложение Алене Вену. Алена ответила положительно. Will you marry me? Правда, в этот момент она дремала, и такое предложение ее не совсем устроило. Как думаете, после этого последует нормальное предложение выйти замуж? Ребят, у меня к вам есть маленькая просьба. О прошлом видео почти никому из вас YouTube не прислал уведомления. Поэтому я советую вам обязательно его посмотреть. Кликайте сюда и смотрите, и не забудьте поставить там лайк. Всем пока!